На минувшей неделе прошло заключительное собеседование для соискателей на стипендию Свободного университета Берлина. Один из наших студентов, прошедший тест на знание немецкого языка и проявивший свою эрудицию во время собеседования с комиссией, получит возможность поехать на обучение в Германию, где проведет целый семестр. В свою очередь, наш вуз на этот период примет немецкого коллегу. Студенческий обмен предусматривает стипендию в размере 350 евро в месяц. Также Свободный университет Берлина оплачивает проживание. У нас равноценный обмен. Этот проект лишь один из немногих, которые реализуются в нашем университете. Помимо Свободного университета Берлина, КФУ имеет партнерские отношения со множеством вузов по всему миру. В настоящее время в Казанского федерального университета свыше 100 соглашений, договоров, меморандумов понимания свыше 100 и с университетами, научными центрами, образовательными центрами из 35 стран мира. Подобные программы дают студентам уникальную возможность путешествовать в различные страны мира и заводить полезные знакомства с коллегами в зарубежных университетах. Я очень хочу вместе с немецкими коллегами участвовать в научной деятельности, совместно работы писать. И самое важное – это, конечно, наладить контакты для дальнейшей совместной деятельности, возможно, даже в аспирантуре. Наиболее активно наш университет сотрудничает с учебными заведениями Европы. В Европе самое активное партнерство – это с Германией. Далее по степени различных проектов, программ можно назвать Францию, Нидерланды, в последнее время в северные страны, Финляндия. С Польшей стало больше контактов. Так как подобного рода соглашения являются двухсторонними, в обмен на казанских студентов к нам из-за рубежа приезжают иностранные ученики. Этот факт, несомненно, очень важен как для научного развития, так и для престижа нашего вуза. Международное сотрудничество, в первую очередь, оно позволяет привлекать в Казанский университет людей из областей знаний, в которых мы также заинтересованы в их развитии. То есть таким образом мы улучшаем собственные исследовательские возможности. Университет, который привлекателен для иностранных студентов, то он становится еще более иностранным для российских студентов. Артем Маслихов, Ильшат Хусаенов, Александр Муравьев. Специально для Универньюз.